писали. Оказывается, наши предки могли писать на облаках. Вот это вот удивительно. Причем иногда бывают облака, мы видим с изумлением, что там пилится. Оказывается, до сих пор существуют люди, ну, это чаще всего жрецы. Как знаете, реформа Никона, она не устранила нашу древнюю религию. То есть, точнее, наше древнее мировоззрение, которое называлось ведизмом. Существует до сих пор. Другое дело, что они ушли из крупных городов, ушли в малообитаемые места. Уже втором виде дублируют. Поэтому сказать, что женщина где-то это снимала, что-то придумала и что-то там подтасовала, очень трудно, потому что такое же другое видео, другая дата, но то же самое событие и те же самые звуки. Поэтому вот 1 октября так громко было слышно вот в этом каком-то определенном месте звуки шафара. И, естественно, для всех нас теперь тоже это должно быть каким-то поводом для размышления. На сегодня все. Будьте здоровы. Были так называемые облакопрогонники, которые могли вызвать дождь, когда его нет, или наоборот прогнать дождь, если он слишком долго льет. То есть они могли воздействовать на те туманы, которые собираются над данным местом. Но если они могли двигать туманы, еще много веков назад, то и в наши дни они могут это делать. Но если вы умеете работать с туманом, то вы можете в одном месте его сгустить, в другом месте его сделать более разреженным, поэтому вы можете... Пор наука этим не занимается. Она считает, что это, так сказать, обманы психологические, так называемая парейдолия. То есть, когда мы видим какие-то лица там, где их не должно быть. Вот откуда они знают, что их там не должно быть? Вот это меня всегда удивляет.